welcome the fighter from the blue corner, Гарик Давтян! Гарик Давтян, добро пожаловать в Беларусь. На BFC еще один боец Сергея Федотова, который привез нам сегодня также Веронику Прокофьеву. Яркий парень, победитель и призер международных республиканских турниров по кикбоксингу. Очень красивые бои закатывал он в Санкт-Петербурге. И Роберт Исмаил, его противник, также победитель и призер международных республиканских турниров по кикбоксингу. Подопечный Константина Маханькова. Да, посмотрим, как сегодня себя покажут два бойца, которые на самом деле нам не очень пока еще известны на BFC. And welcome his opponent from the red corner, Роберт Исмаил! Да, вот появляется соперник Гарика Давтяна, Роберт Исмаил, Республика Беларусь. По никнейм, я слышал у него... Сириан бой, по-моему. Сириан бой, да. Сирийский пацан, сирийский мальчик. Да, сирийский мальчик сирийский Константина мальчик, Маханькова. Где он только их находит. Да. В тайской манере выпускает его кости, да, смотрим в обвязах. Главное, чтобы не забыл, что по кикбоксингу, по кейвану не боксируют. Ну, я думаю, рефери напомнит. Взбодрит. Расскажет, что к чему. He's a professional weight, 75 kilos, 20 years old. He has two wins and one loses. Гарик Давтян! And he is opponent from the red corner. He's 181 centimeters tall. He's a professional weight, 75 kilos, 19 years old. He has three wins and one loses. Роберт Исмаил! Обозначу рефери правила, по которым будут сейчас участвовать спортсмены. И мы ожидаем этот яркий поединок, уже пятый поединок по кикбоксингу нашего сегодняшнего вечера. Да, свой главный бой по кикбоксингу. Вскоре мы уже будем ожидать главный бой по кикбоксингу между Максимом Спадаренко и Али Каримжоновым. Обнялись оппоненты и поехали. Ух, жестко начинает Гарик. Вот, хорошо работает подхватом Роберт Исмаил. Думаю, должен получиться хороший поединок. Видел я перед тем, как составлял эту пару и одного, и второго соперника. Ребята бескомпромиссные. Посмотри, какие размены. Да, размены погнали со старта. Видишь, они без разведки начинают действовать. Вот. Знают свои силы, знают свои умения и навыки, поэтому идут, работают сразу же. Изучили, я думаю, что не просто так они готовились друг к другу, друг друга знают. Да-да-да. Вот... Но для кого-то это может быть фатально. Ух ты! Получаются кроссы у Гарика Давтяна и пропускает Роберт Исмаил. Да-да-да, посмотрим. Хотя показывает, иди сюда. Корпус. Пропускает корпус
Робер Исмаил, надо аккуратнее боем... работать. Надо все-таки, мне кажется, сбить немножко накал. С каждым боем накал все жестче и жестче. Конечно, Александр Потапенко поднял нам планку такую, и бойцы уже не имеют права ее опускать. Да. Тут даже сказать нечего. Очень интересная комбинация производят спортсмены. Видно, что очень хорошо готовы, очень опытные. То, чего нам не хватало, в предыдущих поединках. Да, вначале у нас были ребята помоложе, конечно. Это уже опыт, видно, опыт сразу. Другой уровень поединков мы сейчас уже наблюдаем. Естественно, пошел все главный бой. И ребята работают совсем на других скоростях. Другая комбинаторика, техническая оснащенность. Защищается от каких-то Давтян. Корпус. Да, такие жесткие удары в корпус. Показывай, да, Исмаил. Я готов. Наноси. Ну, это лишние баллы. Ух ты. Давтяна. И отдает Исмаил. Посмотри. Получил и отдал. Ну, хорошо. Да, смотри. Гарик, тоже заряжается. Классный поединок. Да, классный поединок получается. Тоже вот такой в размене, но совсем по-другому смотрятся эти размены. Удар в прыжке, сдвоенный с рук. Удар с одной ноги руками, да. Я бы сказал. С одной ноги руками, да-да-да. Десять секунд уже осталось. Первый раунд прошел на одном дыхании. Пролетел раунд на одном дыхании. Фактически, вот на самом деле, как это правильно, тут по-другому не скажешь. Хорохорятся ребята друг перед другом, тем не менее уважительно обнимается, заводит публику Гарик Давтян. Реально, вот есть на что посмотреть, есть чему поаплодировать наша дорогая минская публика, потому что классный поединок. Выкладываются ребята на все 100%. Да, отмечаем это. Я надеюсь, они не будут так стоять весь поединок, предлагать... как бы наносить удары, потому что все-таки оба сильных спортсмена, и удары у них у обоих сильные. Нужно, конечно, думать о защите и о контратаках. Видим, как Федотов высказывает своему подопечному, потому что в то же время, обладая неплохой технической оснащенностью и хорошей работой на ногах, много получает Гарик Давтян. Ну, также и свои мудрые советы Константин Маханьков дает своему спортсмену. Алексей Вавренюк. Да, и Алексей Вавренюк вышел в угол вместе со своим тренером. Начало пошло второго колено раунда. Хорошее. Сразу опять начинает. Заряжают ребята, не дают соскучиться, не дают друг другу продышаться. Начинают сразу свою жесткую работу. Корпус, голова, какой размер. Мама дорогая. Дорогая публика, вы это видите. Да, как посмотрите. За голова держится, а? Вообще не Я понимаю. Я не понимаю. Не понимаю. Сколько ударов-то принимает? Так и главное, на одном дыхании ребята-то работают. Да, они не снижают накал. Мы видим, что хорошо функционально, великолепно функционально подготовленные они. Держит удары и один, и второй. И принимает, и отдает. Локоть в голову с разворота. Запрещенное действие. Да, рефери все видит, все знает. Предупреждает Давтяна. Ах ты. Пошел лоу-кик, отдал. Много лоу-киков наносит Исмаил по передней, да, ноге Давтяна. Но в порядке пока. Дает прицеливаться, дает пробить. Не выходит на дистанцию. Не могу я понять, почему работы Робера Исмаила. Отдает он много этому Гарику Давтяну-то. Отпускает к себе, да? Да, подпускает. Подпускает, дает бит. Согласились ребята на такой рисунок поединка? Принимают, отдают в бескомпромисснейшей рубке в этом поединке. Молодцы, ребята, здорово. Спасибо вам за такое зрелище. Да, зрелище, конечно, хорошо, но давайте не забывать, что это все-таки спортивный поединок, и каждый из них хочет одержать победу. Элемент шоу здесь на 100%.
Вот такое любит публика. Вот такое, ох ты. Поскользнулся Роберт. Ничего, бывает. И вот, отдает, как хорошо. Повыше ручки, да, чуть-чуть. По защите, но мне кажется, это да, было чувствительно. Да, там на очень тоненького было. Чуть успел поднять ручки Роберт Исмаилов. Так бы, конечно, мог закончиться плачевно вот этот его наброс типом. Опять готовил бэкфист, но смотрим, с локтя больше он привык пробивать этот удар в тайской манере. Хай-кик по защите, но опасно очень. Чувствительный, несмотря на то, что он зашел в защиту. Гонит угол. И один, и второй. 16 секунд. Концовочку нужно забирать спортсменам. И одному, и второму. Непонятно кому. В этом вообще непонятно куда в этом раунде. Непонятно. Как судьи. Вот еще такой... Да, очень тяжело судить, кто забрал этот раунд. Не возьмусь. Браво. Ух ты. Не возьмусь, я говорю, даже кто первый и второй забрал. Непонятно, вообще, ужасно. Непонятно. Вообще. Даже не близко. Только судьи сейчас видят и знают, кто забрал эти два раунда. Увы, мы не можем этого видеть. А может даже бы и хорошо, мы по-другому тогда бы вели бы диалог. Поэтому какое-то незнание, кто же... нам дает возможность видеть очень подогревает красивый наши эмоции, раунд. Да, подогревает наши эмоции. Очередной шикарный бой в нашем карде получается. Очередная бескомпромиссная рубка. Третий заключительный решающий раунд со главного поединка нашего вечера по кикбоксингу. Уважительно обнимаются соперники и погнали. Ух ты! Ух, какое попадание! Ай-яй-яй, да, Гарик попал. Жестко попал. Смотрим, что... И нет, пропускает его. Гарик, слушай. Да, Исмаил держит удар. Чего не отнять у Исмаила, что он реально держит такие удары. Да, и попадает уже неплохо. Контратакует, да. Понимает, что раз пропустил, нужно отыграть. Вот корпус от него. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же больно. Как же больно. Как жесткий же удар. Больно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же жалко. Боже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, прям вот, да, на себе чувствуешь, какая это страшная боль. Бедный Гарик, как же так? Ох, браво, Гарик. Браво, Гарик. Нечего сказать. Настоящий мужчина, настоящий воин. Я не знаю, я пока еще... Да. Мне больно еще. Как он поднялся после такого удара, после такой боли. Ну, это показывает, что у нас на BFC можно увидеть многое. Да. Такого попадания в пах мы здесь еще не видели. Еще не видали. Еще такого мы не видали. Аккуратнее. Я вот просто смотрю, у меня аж
поднимается все внутри, когда идут внутренние работа по внутренней стороне бедра. С замиранием сердца смотришь на эти удары. Боже, то только бы он второй раз туда не попал. Мы же прекрасно понимаем, что Измаила не хотел этого делать. Да нет, нет, конечно, ни в коем случае. Мы знаем, что он очень как бы... Замечательный спортсмен, добродушный, хороший парень. Бывает, случается. С этим ничего не поделаешь. Как мы прекрасно знаем, в многих единоборствах это не разрешено, оно не запрещено, удар в пах. Мушу-саньда. Да. Мушу-саньда. И боевом самбо. Да, и боевом самбо тоже. Но просто как спортсмены, они уважают оппонента и так не делают. Это не нокдаун. Там просто подскользнулся. Да. Ну что, концовочка. Концовочка. Какой размен, ребят, спасибо вам за этот поединок. Спасибо, дорогие тренеры, за ваших ребят, за ваших воинов, за ваших бойцов. Шикарнейший бой, шикарнейшая согласная. Смотри, Гарик Давтян получил травму, но восстал как Феникс из пепла. Мне кажется, нужно ему никнейм такой Феникс. Феникс, да. Dear ladies and gentlemen, in this fight, winner by decision, Robert Ismail! Поздравляем Робера Исмаила с этой победой, желаем удачи, Гарику Давтяна. Просто не расстраивалась, потому что он показал очень красивый поединок. Оба спортсмена показали красивейший поединок пока сегодняшнего вечера. Я могу сказать, что это был самый яркий пока в этом вечере бой. It was the brightest fight, and it was the best fight of the evening. Робер, эти аплодисменты тебе прямо сейчас. It's only for you. Как вообще твои ощущения после боя? What is your feeling? Give us your feeling now. Я давно не бился в Беларуси. Для меня это очень круто. Последний бой я проводил в Таиланде, и там одержал 3 победы. Поэтому я приехал сюда и дальше побеждать. For a long time I haven't been fought here in Belarus. Before that I had 3 fights in Thailand and all 3 wins. So that's great to get back and fight here. Слушай, ну, достаточно большое вооружение. Ты пробовал все, и нижние, и верхние этажи, все что угодно, но соперник оказался крепкий. You show us your best techniques, but your opponent was very close in. Армения сильный народ, поэтому простите, если что-то вам не понравилось, но я делал самое лучшее, что я мог. Спасибо всем. In Armenia, very strong people. I'm sorry if I did something wrong, but I did my best. Ну что же, вот она минутка, когда ты можешь поблагодарить тех, кто тебя готовил. В первую очередь хочу поблагодарить своего тренера Константина Михайловича Маханькова и моего отца и брата, которые пришли, и пацаны, которые приехали поддержать, да и всех, кто сюда приехал! First of all, I want to thank my coach Константин Маханьков for my parents who came here, my friends who supports me, and everyone who is here now. Отлично, именно таких эмоций мы и ждем. Я вижу, что тебе есть еще что сказать. BFC, я хочу драться как можно скорее. Надеюсь, вы мне предложите бой достойный, с хорошим бойцом. Спасибо всем. I want to have a next fight on BFC. I'm waiting for your for you for the fight here. Что-то мне подсказывает, что руководство BFC тебя услышит.